Привет всем, это канал Кинописьма, поехали. В Москве нашли мертвым известного стендап-комика Александра Шаляпина. Как сообщили журналистам в правоохранительных органах, 41-летний шоумен мог свести счеты с жизнью. Тело Шаляпина обнаружило сегодня около часа ночи в квартире на Хорошевском шоссе его жена. Менеджер комика подтвердила его смерть и рассказала, что у артиста в последнее время были проблемы. По информации журналистов, Шаляпин на протяжении 20 лет злоупотреблял алкоголем и 7 лет находился на лечении в клинике в Белгороде. В Москву он приехал несколько дней назад. Я актер. Я актер! Я актер. Да. Да мы такие актеры, что ты сериалы, опс. Ну не бывает маленьких ролей, ну не бывает маленьких ролей, бывает. Как трудно быть актером, сжигая себя постоянно. А как актеры сейчас зарабатывают деньги? Да нормальная это профессия, актер. Актер и актер. Че пристали-то? Чтобы быть в курсе новостей, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик.